Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. С 22 августа оформить полис ОСАГО можно будет без технического осмотра. Понимая, что дата неотвратимо приближается и что с наступлением дня X миллионы российских автомобилистов попросту забудут про ТО, операторы техосмотра выступили с рядом предложений о себе, любимых пекутся. Во-первых, они высказались за то, чтобы строго наказывать водителей, не прошедших ТО. Во-вторых, по их мнению, не помешает ввести дифференцированный подход в зависимости от условий каждого региона. Что конкретно тут подразумевается, осталось без внятных пояснений. В-третьих, из процедуры ТО могут быть исключены пункты, которые напрямую не влияют на безопасность движения. Трасса 101. В верхах готовят важные поправки к закону о безопасности дорожного движения. Они устанавливают порядок взаимодействия между ГИБДД и медицинскими учреждениями. Если у гражданина в ходе планового осмотра будет выявлено заболевание, при котором управлять автомобилем запрещено, информация об этом будет оперативно передана в госавтоинспекцию. Что она сделает? Приостановит действие водительского удостоверения пациента. После углубленного обследования это решение может быть отменено, либо оно трансформируется в пожизненное лишение прав. Трасса 101. Сотрудники ГИБДД будут проверять не отдельные машины из потока, а все. Это позволит сделать специальные камеры, установленные в салонах патрульных автомобилей, рассказал руководитель госавтоинспекции Михаил Черников. Пока такая система работает только в Самарской области. Через несколько месяцев в перечень должны попасть все регионы. Чудо-камеры мгновенно пробивают авто по базам по госномеру. Не сдобровать тем, кто передвигается на угнанной машине, не зарегистрированной или зарегистрированной на умершего человека, а также лишенником. Трасса 101. В госавтоинспекции подтвердили, что взамен традиционным алкотестерам сотрудникам ДПС вскоре раздадут экспресс-тесты на выявление состояния опьянения. Они показывают, есть в выдыхаемом водителем воздухе пары спирта или нет, без каких-либо значений. Новый порядок позволит проверять за считанные минуты сразу нескольких шоферов. И это стражам дорожного порядка особенно по душе. Они понимают, что сейчас, пока возишься с одним подозреваемым в нетрезвом вождении гражданином, мимо могут проехать несколько любителей пьяных покатушек. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.